Всем привет, друзья! Сегодня смотрим на карту бантиков финал. Вот она сама карта. Довольно-таки с реалистичным ландшафтом, удобной фермой. Ну давайте посмотрим, что на ней есть. На ней стандартные культуры, добавлено удобрение и свиньи. Кстати, для полноценной игры на этой карте нужен будет Animation Tiger Map. По-моему, так мод называется, короче, на открытие дверей. Итак, гараж. В гараже у нас Deutz, Ursus, New Holland погрузчик, комбайн кейс, ну и для картофеля комбайн прицепной, культиватор, плуг, ну и как положено. Хотя вот много модов, вот, например, для внесения жидких удобрений, которых обычно нет на карте. Ну, вообще карта интересная, с интересным ландшафтом. На поле тоже есть, кстати, разные объекты, но они без коллизий. Вон где-то на этом поле что-то вроде канализационного люка есть. Просто чтобы продемонстрировать. Ну, вот так. Вообще карта хорошая. Правда, что для слабых компов вряд ли подойдет, просто средний и мощный. Работает хорошо, гладко, без особых лагов, подписаний. Да, вот он объект. Ну, мешать абсолютно не будет, ведь он полностью проездной. Давайте также попробуем деревья со столбами, которые по краю полей стоят. Столбы не проездные. Ну, в принципе, наверное, это правильно. Деревья, вы сами видите, вполне. На этом, пожалуй, у меня все. С вами был Ренос. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. У меня все. Всем удачи, всем пока. А лучшие моды вы найдете на сайте modfs15.com. Заходим, скачиваем. Наслаждаемся игрой.